Злые языки молвили, дескать, движение «Наш город, наша забота» появляется на горизонте лишь во время предвыборной кампании. И вот активисты движения опровергают сии домыслы. Выборы давно отгремели, а добрые дела в городе продолжают совершаться. Очередным деянием на благо подрастающего поколения Полевского стала установка новых футбольных ворот в одном из дворов на улице Металлургов. Мы сварили ворота, установили, и ворота закрепили, вбили в землю арматуру 70 сантиметров и приварили, чтобы было все безопасно. И сейчас, как вы сами видите, дети уже играют. Вон даже пробуют, качаются. Все прекрасно, действует, работает, держится. Летом активистами движения «Наш город, наша забота» здесь уже были восстановлены баскетбольные кольца, отремонтирована карусель, а также покрашена детская площадка. Главным инициатором установки футбольных ворот выступил заместитель председателя Федерации футбола Полевского Владимир Разводовский, проживающий как раз в одном из домов по Металлургов. Он видел востребованность такой площадки и обратился к активистам «Наш город, наша забота» с просьбой помочь. У нас были ворота. Много лет назад их, ну, года 3-4 назад их приехали, убрали. Но они не закрепленные были, конечно. Сейчас вот ребята, спасибо ребятам, что они сделали это все. У нас сейчас будет тут хоть тут ребятки играть, у нас много детей, тут маленьких живет во дворе. Я очень рад. Если раньше ребятам приходилось играть, используя в качестве ворот с одной стороны два тополя, а с другой две колонны покрышек, то теперь есть полноценные футбольные ворота с сеткой. Не откладывая дело в долгий ящик, местные юные футболисты, вооружившись футбольным мячом, опробовали новые ворота, мастерским взглядом отметив их достоинства. Классно, новые ворота. Зато да. Видно, выше ворот или но. Нет. Но. Удобнее теперь с ними? Да. Чаще будете играть сейчас? Да, а то там спорили, вверх перелетели ворота или нет. Да. Постоянно, а теперь не будет вопросов. Это не разовая акция, как заверяют в общественном движении. Подобные добрые дела в Полевском будут продолжаться. Мы будем поддерживать, ну, смотреть в городе, где сможем чем помочь, выходить, собираться. Потому что за летом очень много появилось людей, которые готовы также вместе с нами делать добрые дела в городе. Ворота установлены, сетки натянуты. А вот надолго ли хватит новых спортивных объектов, теперь целиком и полностью зависит от жителей улицы Металлургов, да и прилегающих дворов. Максим Исаенко, Сергей Чижов, новости «Твой день».